буквально за пару дней так распустилось дерево. Дедушкин участок. Мужик отсюда выезжал на мотоцикле. Уже со мной здоровается, как со старой знакомой, ребята. Член семейства лесных жителей. Сегодня прохладненько, но солнечно. Такой легкий ветерок. Везде на своих грядках работают люди. Везде в лесу слышу голоса. Действительно, лесных жителей становится все больше и больше. В городе народа меньше, скоро в город будем выходить на прогулку. Кто-то написал, так оно и будет. Лес переполнен. Ну, идем. Еще один домик нашла на курьих ножках. Правда, тут вход снизу. Слышите? Людские голоса, шаги. Собачки. В общем, в каждом дворике он дом на высоте. Каждый дворик живет своей жизнью. Все шевелится, движется. Это гусеницы. Что-то их так расчвякал. Видите? То есть они уже жрут. Жрут деревья. Нехорошие такие. Первая машина за утро. Видно? Два дерева сошлись, а между ними такой красивый корень. Села там, посидела, с Мишанькой песенку вам спела. Теперь же надо спуститься вниз. Вот тут такая крутизна. Вот я не представляю, как тут лазят дикие кабаны. Их следы есть даже здесь, представляете? Вон еще один пенечек, можно сесть посидеть. Но подозрение, что муравьи вам заползут вот то место, так что садиться не надо. У меня даже такой букет появился. Немножко он, конечно, не совсем, но дерево сильно высоко растет. Я тут, конечно, чуток притоптала, но вот это вот рельсом порыл дикий кабан. Ну, может, он по дорожке бежал. Но если по дорожке, то мы сейчас как дадим чёс. Впереди него добежим куда-нибудь. Сегодня какая-то погодка немножко пасмурная, немножко тучки. Но я уже иду знакомыми тропами, я ж уже тут типа знаток, все знаю. А вот вышла из лесу и очередная улица. Сюда я еще не подымалась. Вот видите, лес, вверх идет дорога. Туда идет дорога. Даже есть указательные знаки. А еще вниз туда идет дорога. Идем посмотрим. Здесь в прошлый раз дети играли. Не хотела близко подходить. А когда никого нет, то можно, в принципе, пройтись. Вон, смотрите, еще такая узкая дорожка, как бы в лес ведет. Туда мы пойдем. Жилой дом такой красивый. Ягодки какие-то растут. Красненькие. Дядька на балконе стоит, за мной смотрит. Смотрите, сколько ягод. А здесь поля, поля, поля. Даже никогда бы не подумала, что вот это так много людей живет. Смотрите, какая шикарная теплица. Люди работают во всем. И там вот в низине тоже куча домов, причем многоэтажек. Это вообще что-то такое интересное. Ну вот, асфальтированная дорога, поэтому уже иду. Уже кабан на голову точно тут не прыгнет. Потом смотрю, дальше машины стоят.
Понятно, что это частная собственность, но я же просто иду по дорожке, там, где ездят машины, да? Никого не трогаю. А вот это вот, по-моему, даже зверобой. Или нет? Нет, это какая-то ромашечка желтая. Это не оно. Ну, а вот ноготки растут, календула. Эти оранжевые. Ой, а туда дальше. Как красиво. Как красиво. Тут целый сад-огород. Какие-то растения с красными листьями. Видите, какая дача. Какая красота. А впереди опять дом. Ну все, вот этот дом, наверное, упирается. Или еще есть дорога туда дальше. Это на барвинок похоже, да? Эти цветы как бы лесные, а может и не лесные. Может, они уже стали человеческими. Ну что, пойдем туда за желтый дом. Вам интересно? Вот, сейчас собаки повыскакивают. Посмотрите, какая там гора. Ну идем потихоньку, потихоньку. Калитка открыта, сейчас как выскочить. Как хватанет меня за это место, чтобы я тут не лазала. А вот он, собачка. Не гавкай. Мы хорошие, мы свои. Свои, мы свои. Мы просто тут гуляем. А вот, вот это, видите, все сеткой огорожено, то ползни. Уклон пошел. Вот как интересно люди живут. Кто бы мог подумать. Ну не гавкай ты. Петухи кричат. Ча-ча. Козаче, козаче, козаче. Идем туда дальше. Он понял, что мы его не трогаем. Смотрите, какая. Прям. Ой, там лошадка ходит внизу. На пони похоже. Ей-богу. А может, это ослик? Немножко ветер в камеру. Но такой красоты вы вряд ли где еще увидите. Даже остановлюсь. Кошмар. И туда вниз. Вон дачные домики. Представляете? И календулы, и все. И деревья. Все цветет. Овцы. Кошмар. Да. Козы, овцы. Все подряд. Ага. Слышно? Смотрите, какие кактусы. Боже, какая благодать. Картина маслом. Посмотрите, там, видите? На краю пропасти домик стоит. И не один. А туда сколько их. Есть даже, мне мима сказала, есть даже заброшенные избушки колхозников, говорит, которые уже тут давно не живут. А туда наверх, видите, как люди все сеткой оградили. Чтобы дорогу не засыпало. Ого, так тут такие прям трасса натянуты. Ого, видимо, хорошо сходила тут земля. Боже, как в селе петухи кричат. Ой, машина едет. Машина пошла прямо. Может, тоже в лес на прогулку люди, а может, живут туда дальше. А тут лесенка какая-то есть. Тоже, видимо, к чьему-то поместью ведет. Как интересно.
Как интересно. Да, там калиточка. Там кто-то шевелится. Я слышу шум. А машина пошла вон туда, на гору. Пошла. С ума сойти. Это думала, я на высотке живу. Ага. И речка течет здесь. Как колодец. Тут, наверное, крапивы более растет вокруг. А вот он и щавель. Похоже на ржание лошадей. Это же дикий щавель. Я уже пробовать не буду, а то вы мне напишите. Наешь бы, отравишься. Не ешь, лилёк, козликом станешь. Я уже тут как горная козочка. Ну так интересно. Там что-то растет. Мне вчера, кстати, мимо сказал, ты немножко неправильно пошла. Надо было изменять направление к морю. И я бы спаржу нашла дикую. Но я уже не стала там блукать, потому что пока есть дорога, пока иду. Потом уже, как дороги нет, надо соображать, куда мы идем. А то заберемся вот туда, на гору. Будут вертолеты высылать, чтобы спасателей. Там вообще какая-то стройка идет. Это тоже, наверное, газовщики. Вот они, наверное, ведут этот газ через всю эту гору. Или что они тут делают, вообще непонятно. Видите, огорожено, контейнеры. Ну, не будем мы близко подходить, снимать. Может, это делать нельзя. А вот там на горе еще один такой шалашик стоит. Видно, да? Ой, как дышится-то. Как дышится-то легко. Везде вот эти вот ручейки. Так приятно. Даже говорю, сколько в Генуе живу. Даже не знала, что есть такие красивые места, причем рядом с домом. Здесь опасно, видите, как опасно. Тут надо недаром огорожено оранжевым. Бомба, да, природа. Как все это? Святой в окошке стоит и цветочки. Ладно, ребятушки, поднимается ветер. Возвращаемся домой. В следующий раз забредем подальше. Спрашивали, работает ли почта. Почту развозит вот эта машинка, видите? Даже в лесу. Хочу вам сказать, что итальянцы тоже используют свежие срезы. Не знаю на что, но используют. Надо порыться в интернете. Видите? А компотик был вкусненький. Вот это я загулялась, ребят. Час дня. Ой. Мыться, готовить, кушать. А то без обеда останусь.
А соус-то наш, ребята, удался. Удался. Я сюда еще чуть-чуть моцарелки порезала. Ох, и запах. Луиджина даже не хочет ехать в магазин за продуктами. Говорит, у меня еще есть. Что есть? А у меня, представьте себе, тоже. Ой, запашок. Я обалдею. На здоровье. После прогулки в лесу.